Всем салют, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке вот такая прекрасная посылка. И новости у нас будут. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале «Китай стал ближе». Значит, по поводу новостей. Я решил провести кардинальный ребрендинг своего канала. Будет меняться все, начиная от заставок, интро, шапки и логотипа. Поменяем все. Будем стремиться к улучшению канала. Так что понравится, не понравится, рассказывайте, что, как у вас, ваши впечатления, ваше мнение, лучше, хуже стало. В общем, рассказывайте, комментируйте, пишите в комментариях. Ну что ж, приступим к распаковке посылочки. Сегодня пришла вот такая вот посылочка. Шла она с заказной почтой, то есть всю дорогу отслеживалась, дошла очень быстро. Дошла за 2 недели, оценена в $4.5. Оценена в $4.5, здесь такое ощущение, что вскрывали уже, заклеено. Вроде бы все так, на ощупь что-то там есть, так что не вынули все до конца. Это пришли наушники. Пришли наушники, которые выиграл в конкурсе у нас один из подписчиков канала. Выиграл в конкурсе эти наушнички. И сегодня мы их распечатаем, посмотрим, послушаем и отправим победителю. Ну что ж, давайте открывать и давайте посмотрим, что у нас там внутри. Что же у нас внутри? Вот такая вот коробочка у нас внутри. Все, посылочка пустая, больше ничего нет. Откладываем ее в сторону. Вот такая вот прикольная коробочка. Коробочка пластиковая. Такая коробочка у меня уже есть. Только я не помню, правда, что в ней приходило. Но такая коробка у меня уже есть. Стоят инициалы QKZ. Не знаю, к наушникам это относится, не к наушникам. Давайте откроем, посмотрим. Значит, упакованы они вот такой вот пакетик, белый пакетик. Здесь вроде все, больше ничего нету. Давайте откроем этот пакетик. Что у нас внутри? Так, пакет в сторону. Здесь еще один пакетик. И вот они, сами наушники. Наушники, блин, на ощупь офигенные. Силиконовый провод. Силиконовый провод. Здесь вот имеется такая вот застежечка. Плохо, правда, что застежечка никак не крепится к шнурочку. Застежечка быстро потеряется. А так, довольно-таки увесистый, прикольный силиконовый провод. Да, длинный. Длина метр, наверное, я думаю. Да, где-то около метра. Так что хватит везде. И вот такая вот еще есть кнопочка, микрофончик здесь, встроенный микрофончик, встроенная кнопочка. То есть можно использовать еще как гарнитуру при разговоре по телефону. Наушники, я так предполагаю, металл. Вот это вот внешняя сторона металл. Так, пробочки запасные есть. Давайте посмотрим. 2 комплекта под разные ушки. Да, 2 комплекта под разные ушки. Есть вот побольше, есть побольше, есть поменьше. Такие вот, есть побольше, есть поменьше. И здесь, я так понимаю, установлены средние. Установлены средние. Давайте послушаем, как в них звук. Я, конечно, не знаю, постараюсь я передать звучание на камеру, но посмотрим, что у нас из этого получится. Получится или не получится передать. Но я оценю со своими, тоже, кстати, китайскими, но хорошо звучащими, и оценю со своими наушниками сонисками. И посмотрим, какие играют лучше. Итак, что я могу сказать? Вот, подключил я их, слышно? Играют довольно-таки громко. По поводу басов, не знаю, басы не настраивал, но играют громко, качественно, играют наушнички. Первое впечатление, конечно, классные наушники. Эти наушники я отошлю победителю. Играют хорошо, правда, потише соневских. Соневские у меня погромче играют, но лучше, чем китайские, которые были до этого. Играют очень хорошо. Качественно для китайских наушников я не ожидал, конечно.
Ну что ж, мы сейчас сделаем так. Эти наушники мы отправим победителю, а я закажу еще одни такие наушнички. Закажем еще одни такие наушнички и уже проведем глобальный тест, потестируем их как, что, понастраиваем. Просто эти наушники уйдут победителю, и как-то не хочется их сейчас вставлять в уши, смотреть как, чего. Все-таки, я думаю, человеку будет неприятно. А здесь, ну, потестировали мы их чуть-чуть и отправим. Ну, на этом все. Сегодняшняя вот такая у нас коротенькая распаковочка. Подписывайтесь на канал, оценивайте мои изменения на канале, которые будут происходить на этой неделе. Расскажите, что вам понравилось, что не понравилось, что надо дополнить. Кто интересно, кому интересно, моим постоянным подписчикам, я всегда рад. Комментируйте. Всегда отвечу на все комментарии, может быть чуть задержкой, но на комментарии буду отвечать. Ну а сегодня все. Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, там всегда есть ссылочки на все товары. Также есть ссылочки под видео, под описанием видео тоже всегда есть ссылки. Еще раз прощаюсь с вами, до новых встреч, до пятницы. Всем пока!